Компания «Электромотор» представляет компрессоры белорусского завода «Ремеза». Компания «Электромотор» представляет белорусский компрессор «Аэркаст» серии SB4C100LH20 2.2. Это передвижной однофазный поршневой двухступенчатый компрессор повышенного давления с ременным приводом. Предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в основном в промышленности и автосервисе. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работы. Одной из основных деталей компрессора является помпа. На помпе находится картер уровня масла. Заправочный объем масла составляет 0,5 литра. Заливка масла в картер производится через отверстие в верхней части. Слив масла через отверстие в днище картера, закрытое пробкой. Электродвигатель предназначен для привода поршневого блока. Данная модель компрессора оснащена двумя манометрами, системой автоматической регулировки воздуха на выходе и воздушными фильтрами на входе. Первый манометр показывает давление в ресивере, второй фиксирует давление на выходе. Далее регулятор давления в ресивере и кран для подачи воздуха потребителю. Данная модель идет в комплекте с ресивером на 100 литров. Производительность составляет на входе 280, на выходе 200 литров в минуту. Давление 10 атмосфер. Режим работы повторно кратковременный, с продолжительностью включения до 60%, при продолжительности одного цикла до 10 минут. Модель RM312503, частота 50 Гц, рабочее напряжение 380 вольт, рабочее давление 10 атмосфер. Мощность двигателя 2,2 кВт, степень защиты IP24, количество цилиндров 1. По вопросам приобретения компрессоров Аэркаст обращайтесь в компанию «Электромотор».